27 июня 2023 года, находясь на работе, получил звонок от военнослужащего российской армии, находящегося на территории ДНР, где он меня просил снять на видео кафе «Риа», находящееся возле отеля «Краматорск». В 17:00 после рабочего дня я поехал к этому кафе и снял на видео кафе, где находились гражданские люди и дети в том числе. Данное видео я отправил и поехал домой. Дома из новостей я узнал, что кафе «Рио» было подвергнуто ракетной атаке, где погибло много гражданских людей, женщин и детей. Я отзвонился и сказал, что погибло много гражданских, в том числе дети и женщины.